Здравствуйте, доброго вам времени суток. Сегодня я хотел бы поговорить о той самой новой управленческой парадигме. Ну, я это часто слово использую, надо, наверное, пояснить. Прямой перевод с латыни – это пример-образец, а вообще парадигмой принято считать ключевую идею, лежащую в основе построения научной концепции. Но, говоря европейская парадигма, к примеру, я имею в виду европейский образ жизни. Итак, к делу. Парадигма управления – это одновременно сама теория управления со своими понятиями, а также концептуальная схема постановки проблем и их решения, господствующая в науке управления. В свое время возникла парадигма человеческого фактора управления, которая в основе определения понятия управления и построения научной концепции управления ставит деятельность человека. В этой парадигме решающую роль играют такие факторы, как поведение человека, мотивы, интересы, ценности, стимулы, опасения и установки. По мере развития производства и общества, научных исследований в области управления возникают новые парадигмы, которые вносят коррективы в прежние концептуальные схемы. Вообще, конечно, нудный доклад получится и, наверное, большой по объему, но что поделать, это нужно сделать, потому что имеет прямое отношение к предмету моего исследования – истории цивилизации. Эффективность современного общественного производства в значительной мере определяется плотностью потока изобретений новых продуктов и новых технологий. В этих условиях начинают по-новому действовать коммерческие предприятия, государственные и общественные учреждения и организации. Отныне будущее человечества определяется тем, насколько широко и результативно используются знания. В эпоху индустриального развития продукция создается из сырья, комплектующих и энергии. Под воздействием труда работников именно этими составляющими определяется вновь созданная стоимость. Сегодня стоимость возникает не столько из физических ресурсов, сколько из знаний, которые проявляются в новых продуктах, в новых технологиях, в новых навыках, в новых отношениях с потребителями. В 21 веке знания становятся доминирующим средством достижения социально-экономических результатов. Традиционные факторы – земля, труд и капитал – в современной экономике действуют только при условии эффективного использования знаний. К знаниям в данном контексте относятся не только те знания, которые преподаются в вузах, но и идеи, как должно быть организовано производство, как должен быть сделан продукт, для каких продуктов имеется скрытый спрос и того типа. Эти знания проявляются в новых навыках и закрепляются в виде патентов, лицензий, организационных структур, методов взаимодействия предприятий и учреждений. В настоящее время управление знаниями становится решающим фактором социально-экономического развития. Информационные технологии начинают играть ведущую роль в современном обществе. Интеллектуальная работа, специальные знания и коммуникации становятся не только основными факторами создания добавленной стоимости, но и факторами конкурентоспособности и экономического развития организации. Для многих видов продукции все большая часть стоимости создается не столько на стадии материального производства, сколько на стадии маркетинга, сбыта, не столько в рамках непосредственного производства, сколько в рамках планирования, транспортировки, продажи и обслуживания. Источником новой добавленной стоимости становится не столько непосредственное производство, сколько дизайн, контроль качества, маркетинг и обслуживание. Современное производство – это прежде всего воздействие инженеров, бухгалтеров, конструкторов, дизайнеров, специалистов по персоналу, сбыту и маркетингу, экспертов по информационным сетям. Все в меньшей мере современное производство основывается на воздействии рук, то есть на материально-вещественном воздействии. Во многих организациях все большая часть получаемого эффекта становится результатом применения специальных знаний, широкого обучения персонала и взаимодействия с партнерами и контрагентами. Знания и информация обладают рядом специфических черт, отличающих их от традиционных ресурсов. Эти различия изменяют современную экономику и заставляют трансформироваться парадигму управления. Компании сегодняшнего дня сильно отличаются от компаний прошлого. Прежде всего, новой структурой основного капитала. Сегодня не материальные запасы определяют этот капитал, не основные фонды, а информация, знания, то, что называется интеллектуальным капиталом. Новые подходы к управлению фирмами и организациями
переносят акцент управленческих воздействий на инновационные процессы, коммуникации, маркетинг, менеджмент знаний. Современная парадигма управления основывается на разнообразных элементах управленческого воздействия. Она использует не только такие традиционные элементы, как власть, авторитет, персональная зависимость, экономическое принуждение, мотивация, но и такие относительно новые элементы, как творческое участие персонала, образование команд, приверженность, инновационность, управление знаниями. Современная парадигма управления в все меньшей степени опирается на тейлоризм, она характеризуется не простой исполнительностью каждого работника, а его инициативой. Общей закономерностью последних десятилетий стало то, что успешные инновационные фирмы все больше управляются в соответствии с новой парадигмой, которая начинает использоваться в практике управления не только коммерческих, но и некоммерческих организаций. Почему изменилась теория и практика управления в течение 20-го столетия? Это произошло в значительной мере вследствие того, что изменилась сама жизнь. Новая парадигма управления – реальный ответ на вызов времени, необходимый элемент поведения в условиях современного рынка. В последнее десятилетие любая деятельность происходит в постоянно меняющихся условиях. Адаптация стала жизненно важным необходимым свойством любой организации. Новая парадигма управления соответствует быстрым и подчас непредсказуемым изменениям внешней среды, позволяет быстро приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Она основана на инновациях, на использовании знания. В настоящее время каждая организация или фирма постоянно испытывает ощутимое воздействие изменяющейся внешней среды. Эти воздействия могут носить различный характер. Конкуренты начали оказывать ту же самую услугу с использованием новых технологий и с меньшими издержками. Появилась новая аналогичная услуга с большим потребительским эффектом, изменился курс валют, инфляция обесценила всю полученную прибыль, учетная ставка процентов внезапно повысилась. Но в таких нестабильных условиях важно сформировать неформальные группы, дееспособные команды, развить индивидуальную предприимчивость, создать условия для личного роста сотрудников, эффективно использовать информацию и знания. Другими словами, необходимо средствами управления обеспечить эффективную адаптацию организации. Ну, понятно же, да? В настоящее время продолжает развиваться как практика, так и теория управления. При этом изменения в практике менеджмента приводят к соответствующему развитию теории. В частности, гуманизация управления, рассматривая как переключение внимания с технологического управления на управление человеческим поведением в организациях, повлекла смещение интересов теоретиков с вопросов классической теории менеджмента на вопросы поведенческого характера. В то же время развитие теории оказывает влияние на практику менеджмента. Можно сказать, что в менеджменте сначала было слово. Дело в том, что люди, управляющие другими людьми, принимают решения, основываясь на собственном представлении об управлении, о его принципах и технологиях воздействия на объект управления. В этом смысле теория управления как бы предшествует практике. Одновременно теория развивается в соответствии с практикой управления, так как реальные закономерности в управлении сначала утверждаются на практике и лишь затем описываются теорией. Таким образом, под воздействием изменяющейся социально-экономической практики постоянно видоизменяется парадигма управления. Она не представляет собой устоявшуюся теорию и соответствующую схему выявления проблем и их решения. Она трансформируется по мере изменения в практике управления. В частности, в последние годы наметились следующие тенденции этих изменений. Бурное развитие получает культура организации, стратегическое управление и стратегическое планирование находят свое применение во все более широком спектре специальных приложений. Методы и технологии современного управления, отработанные в коммерческих организациях, распространяются на некоммерческие сферы, включая государственный сектор. Культура организации сейчас все больше рассматривается как важный фактор прибыли и конкурентоспособности коммерческой организации, как фактор успеха, эффективности деятельности, а подчас и выживаемости некоммерческой организации. Культура организации становится предметом заботы менеджеров всего мира. Это сложный феномен, вбирающий нормы, принципы, правила, ценности, идеалы, язык, жаргон, историю организации, легенды, образ, символы, метафоры, церемонии, ритуалы, формы наград и поощрений, размещение зданий, окружение.
В отличие от национальной культуры, которая носит весьма инерционный характер, культура организации может значительно измениться в течение непродолжительного времени, несколько месяцев или лет. Методы формирования позитивной культуры организации, как правило, носят неформальный характер. Однако, несмотря на это, имеются многочисленные примеры мощного и целенаправленного изменения культуры организации многих фирм. Современный период развития практики и теории менеджмента все чаще называют культурной революцией в менеджменте. Стратегическое управление и стратегическое планирование находят свое применение во все большем числе конкретных управленческих ситуаций. Бизнес-планирование, по сути, явилось воплощением идей и методов стратегического планирования, доведенных в некоторых случаях до нормативно закрепленных процедур. Все чаще в региональных, национальных и международных программах применяются идеи и подходы, отработанные в рамках теории стратегического планирования. Прежде всего, это относится к так называемому целевому управлению, которое подразумевает постановку четких и кратких целей, характеризующих необходимое конечное состояние управляемого объекта, иерархию целей, участие в процессе выработки целей всех, кто будет работать, и по их достижению, процедуру оценки эффективности и результативности. Основные приемы и методы стратегического управления, раскрывающиеся еще недавно лишь в образовательных программах, становятся обычной технологией проработки коммерческих идей. Приемы стратегического планирования используются в маркетинге, рекламе, работе государственных учреждений. Еще одной общей тенденцией развития управления сегодня стало распространение концепций, методов и моделей управления, доказавших свою эффективность в коммерческих организациях, на некоммерческие организации. Теория и практика управления в течение 20-го столетия прошли путь от классической теории и практики авторитарного менеджмента на основе тейлоризма до теории гуманистического менеджмента и практики современного менеджмента. Последняя основана на новой парадигме управления, которая включает в себя такие элементы, как управление знаниями, формирование позитивной культуры организации, командообразование, стратегическое управление и многие другие. Дам в завершение формулировочки, их надо было, возможно, дать в начале, но я умышленно это сделал в конце. Управление – это организация такого целенаправленного воздействия на объект, в результате которого объект переходит в требуемое состояние. Цель управления – это относящееся к будущему желаемое состояние объекта управления, организации. Вообще цель – мысленное предвосхищение результата деятельности. Значит, цель – это идеальное описание результата деятельности. Вот именно об этом мы и говорили. Идеальное описание результата деятельности. Надеюсь, никто не заснул и кто-то продержался и досмотрел или дослушал это до конца. А на этом у меня все. Будьте здоровы, всего вам хорошего, берегите себя, люди. Мира вам!